Операция российских воздушно-космических сил в Сирии будет продолжаться до тех пор, пока ведут наступление правительственные войска. Об этом заявили в Министерстве обороны. С конца сентября наши самолеты совершили уже 1630 боевых вылетов. По последним данным, ударам подверглись свыше 2000 объектов инфраструктуры, принадлежащих террористам. Это и различные пункты управления, лагеря подготовки боевиков, а также заводы по изготовлению снарядов, склады боеприпасов и топлива. Результаты действия нашей авиации удалось дезорганизовать создававшуюся в течение достаточно длительного времени систему управления и снабжения бандформирования, нанести террористам ощутимые потери, подорвать их моральный дух и убедить их покровителей в бесперспективности дальнейшего финансирования откровенных бандитов. И сегодня стало известно о гибели журналистки в восточном пригороде Дамаска. Как сообщает агентство РИА Новости, корреспондент и ведущая сирийского телеканала стала жертвой минометного обстрела со стороны боевиков. Они вели огонь по трассе близ столицы Арабской Республики.